Oh,
Дорогие друзья, все это начиналось 6 лет тому назад. Тогда мы первый раз попали в Кишиневе, и заслуга вот этой прекрасной женщины. Елена Марина. Тогда был хор молодежный. Маленькие дети были, мы вот здесь выступали, и на других площадках тоже выступали, но это был фестиваль, как назывался? Оруженит Проза Демви. Да. Международный фестиваль. Да. Вот Елена организовала, и она нас отыскала, сюда притащила, и вот мы тогда первый раз подружились. И дружим до сих пор. Спасибо вам большое.